Доброе время суток, уважаемые любители вышивки! В этом видео я хочу показать свои продвижения в работе над оберегом домашнего очага, который нам предложила Панна. Так, почему я его выбрала в этом обереге? Я уже в первом видео я объясняла, что я вышиваю его для своей дочери. И здесь мне понравилось, что входит все, и дом, и дерево, и ангелочки, и кошечки, и цветы. Узоры очень красивые, мне понравилось. Значит, что он означает, этот оберег? Дом и дерево символизируют человека и его путь к духовным высотам, плодородию, процветанию, изобилию. Кошка является символом красоты, грациозности, независимости, ловкости и неуязвимости. Вот они, кошечки. Видите, три кошки забрались тут. Везде сидят, охраняют дом. Петух – это птица славы, означающая превосходство, смелость, бдительность. Ну и вот здесь вот ангелочки у нас наверху. Ангелочки сопровождают, помогают, когда это необходимо. В первом отчете я вам показывала, что у меня был вышитый только типа заборчика, узоры и сам дом. Не было крыши. Теперь появилась крыша, видите, крыша, появилась труба, значит, уже печечка там стоит, да, или камин, так будем называть. Здесь я облагородила внутри, это убранство там, я так их называю, узор очень красивый. Я думала сначала, что я с ним не справлюсь, мне будет трудно вышивать, но оказалось совершенно нет. И вообще я хочу сказать свои впечатления об этой работе, что я получаю полное удовольствие. Так, вы обратили внимание, что лежат пяльцы. Это я вам показываю и объясняю, почему канва мятая. Потому что вышиваю я вот на этих пяльцах. Теперь уберу уже, показала, уберу их. Естественно, они будут... канва будет мяться, потому что заламывается, я ее закручиваю, заворачиваю вот этими... зажимчиками закрепляю эту. Вот. Сейчас немножко распрямила, не стала уже разглаживать. Это потом уже после окончания, конечно, буду это. Посмотрите, переходим к вышивке опять. Здесь уже подросло дерево. Кроны еще нет. Дерево у меня еще растет. Дом уже стоит на месте, дерево растет. Цветок уже здесь высажен. Смотрите, как он хорошо, красиво смотрится здесь, да? Так. Здесь вот будет сидеть еще петух, здесь будут ангелочки, ну и крона дерева, конечно. И я думаю, что третий отчет, это у меня будет заключительный. Я не буду надолго растягивать его, потому что надо заканчивать уже эту работу. У меня несколько процессов я одновременно веду, у меня и другие еще нужно будет делать отчеты. Ну вот, в частности, хотела про эту работу рассказать, что я, конечно, еще раз повторюсь, что получаю большое удовольствие. Если вы будете решать, какой вы оберег будете вышивать, конечно, можете смело брать от фирмы Панна. Там много очень всяких оберегов, разновидностей. Хотя вот много-много, но у нас вот в городе, мы вчера с подругой прошлись по магазинам. И я, кстати, от фирмы Панна-то не очень много увидела вышивок здесь. Есть разные. Золотой руну, Риулиса. Вот от фирмы Панна как-то маловато. Ну, будем надеяться, что интернет-магазины нас будут снабжать. Там сейчас доступно все, что хочешь, можешь брать, какие хочешь. Желаю вам всем удачи и успехов. Если кого-то заинтересовала эта вышивка, можете писать комментарии. Я буду вам очень благодарна. Спасибо вам большое, что были со мной. Всего вам доброго. Пока-пока.